Вот такую маринованную рыбку мы сегодня приготовим. Эта рыба, на самом деле, она отличается от любой другой, которую я ела до этого, которую я делала до этого. Вот я делала скумбрию, мариновала с луком, с уксусом. Просто рыбка соленая, там семга, соль, сахар. Это совершенно другой продукт, очень-очень вкусно. Всем рекомендую приготовить. Всем привет! Сегодня мы будем мариновать рыбу. Рыба у меня семга, такой небольшой кусочек. И вот такая рыба, мы ее определили, что это кефаль. Вот такая. И еще нам надо, значит, лук, морковь. Здесь у меня соль, сахар, ложка столовой соли и ложка столовой сахара. Перец черный горошком. И какая-нибудь емкость банка, пластиковый контейнер. Ну, что-нибудь такое. Сейчас мы все порежем и начнем мариновать. Забыла сказать, здесь помимо рыбы главный ингредиент – это лимон. Значит так, рыбу я порезала вот такими небольшими кусочками. Я отделила уже это филе, кости я удалила, шкурку оставила, чешуи нет. Вы можете использовать киту, вы можете использовать горбушу, вы можете использовать форель, в общем, любую такую вот рыбу, которую мы маринуем. Так, морковь я потерла на терке, можете порезать соломкой, как хотите. Луковица у меня большая, поэтому у меня четвертинки, можете кольцами, как нравится. Ну и половиночки лимона. Значит, берем емкость. На дно укладываем лук. Так, сейчас я что-то подстелю. На дно укладываем лук. Морковь. Если вы этот рецепт, в общем-то, и на атаке можно использовать, если вы просто морковь будете отодвигать и не есть, она, конечно, придает такую определенную пикантность этой рыбе. И укладываем рыбу одним слоем. Ну так, плотненько. Так, теперь перец горошком. А, еще сюда, знаете, что забыла? Лавровый лист. Сейчас. Ну, вот так листик я поломаю, лаврушечки туда. Ну, и так вот несколько штук перца. И присыпаем смесью соли и сахара. Вот так. И бросаем туда лимон. Все это так плотненько, знаете. И все, и повторяем. Все то же самое. Ну и все, последний слой рыбы. Я ее посолю. Брошу сюда приправы. И сверху уже положу остатки лимона, моркови и лука. Ну вообще последний слой, в общем-то, должен быть овощной. И я сейчас еще порежу лимон и добавлю еще лимон. Вот такая банка у меня получилась. Теперь мы накрываем это крышкой. И ну, буквально часа три она у меня будет стоять на столе. Периодически я эту банку буду встряхивать, переворачивать, перемешивать. И на часов 12-15 я отправлю в холодильник. И, в общем-то, рыба готова. Будем пробовать. Итак, прошли, в общем-то, сутки. То есть у меня часа два она простояла просто на столе на кухне, и потом я убрала в холодильник. То есть периодически я переворачивала, так потряхивала. В общем, вот такая рыбка получилась. Сейчас будем пробовать. Это очень вкусно, поверьте мне. Это отличается от того, что мы делали до этого. Просто солили соль, сахар. Есть замаринованная скумбрия в уксусе с луком. Это совершенно потрясающая рыба. Очень вкусно, очень вкусные и овощи, и сама рыба. Поэтому я рекомендую всем приготовить. Она подойдет даже на атаку, напомню. То есть вы можете ее, ну, отодвинете морковь и вполне себе такой легкий перекус. Всем приятного аппетита. Всем пока.